Дорогие братья и сестры, у нас сегодня, как мы уже говорили не раз, особенный день и особенное служение. Мы имеем такое служение один раз в месяц, и даже вот в прошлый раз по некоторым обстоятельствам, что здесь Scott College, да, проходил или что-то, я уже и не помню, все давно у нас не было. Вот, но вы знаете, у нас сегодня служение с постом и молитвой, да, мы сегодняшний день вот договорились так, чтобы находиться в таком вот состоянии перед Богом. И стоит как бы, знаете, невольно вопрос, нужен ли пост? Вот удивительно, что на протяжении, скажем, вот даже вот последних, скажем, пару месяцев, как мы в нашей церкви приняли это решение, то несколько раз лично мне задавали этот вопрос, нужен ли нам пост? Дело в том, что, ну, зачем, да? Есть ли нужда какая-то в этом? Обычно мы понимаем или знаем так, что пост назначался тогда, когда особенное какое-то переживание происходит, тогда, когда какая-то особенная такая нужда. И вот, знаете, так разговаривая, может быть, с пожилыми людьми, то мы, наверное, услышим о том, что раньше как-то это часто практиковалось, но на это были определенные причины, были гонения, были трудности, были какие-то притеснения, да, за детей особенно, да, вот в школе где-то они находились. И вот стоит вопрос, нужен ли действительно нам пост? И я бы хотел, знаете, чтобы мы сегодня могли вот так вот в свете Слова Божия немножко порассуждать об этом и как бы вместе посмотреть то, что действительно об этом говорит Писание, говорит Господь. Для нашего рассуждения давайте прочтем два места Священного Писания. Записано Евангелие от Матфея. Первое место – это 9 глава, и мы здесь с вами читаем 14-15 стих. «Тогда приходят к Нему, то есть к Иисусу, ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Посмотрите, мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, здесь Господь говорит, удивительно, с 5 стиха Он говорит, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Это Господь говорит о молитве. Но посмотрите, Он дальше переходит, 16 стих, и Он говорит, «Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твою, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот посмотрите, Господь дважды, вот в Евангелии от Матфея и в других тоже местах, да, ну вот мы прочитали два это места, дважды Он сказал удивительное слово. Во-первых, мы прочитали, и Он прямо сказал о Своих учениках. Он говорит, будут поститься. Да? И здесь, когда мы читаем в Нагорной проповеди в 6 главе, Он обращается, Он говорит, когда ты постишься, Он говорит, то ты не делай это так, чтобы вот это люди посмотрели, пред людьми или еще что-то. Да? Но обратите внимание, Господь недвусмысленно, ясно говорит о том, что Его ученики, Его последователи будут поститься и должны поститься. Как они должны поститься? Поэтому, друзья, я бы хотел обратить наше внимание на то, что действительно пост необходим в жизни верующего человека. Христианин должен поститься. Сегодня мы немного говорим об этом, но Писание нам показывает это. И очень часто в нашем сознании почему-то ассоциируется вот пост с Ветхим Заветом. Когда мы много читаем о том, что там действительно молились и постились по нескольку раз в год, по нескольку дней, это было регулярно, да, и так дальше. И у нас где-то происходит такое вот понятие, что это больше как бы было в Ветхом Завете.
Но вы знаете, мы с вами находим очень удивительно в Новом Завете. Вот помните, в 13 главе, когда мы читаем в церкви в Антиохии, написано, что в тамошней церкви были такие-то и такие-то, перечисляется, какие служителя были, и написано, что когда они служили Богу и постились, да? Господь заговорил непосредственно к ним, и Он сказал, чтобы Варнаву и Павла отправили на особенное служение. Мы помним о том, что удивительно, помните, сам Петр находился в посте. Павел пишет, что часто в постах, да, не один раз или еще что-то. Он говорит, часто в постах находясь, да. Или обратите внимание, что даже вот, помните, мы говорим, первый из язычников, который уверовал, Корнилий, да, и вот когда к нему пришел уже Петр домой, и мы читаем очень удивительное место, это в Деяниях в 10 главе, в 30 стихе, да, он говорится, он так и говорит, что говорит, я находился в посте, да, и говорит, вот явился мне ангел, он объясняет свое состояние. Другими словами, я хотел бы просто нам показать то, что действительно в Новом Завете мы находим много примеров именно того, что нам Писание призывает к посту. И более того, есть одно удивительное место, это которое мы читаем первое послание Коринфянам в 7 главе, где говорит апостол Павел, кажется, нечто о другом, он говорит о взаимоотношении супругов, мужа и жены, да, и он говорит, чтобы не уклонялись друг от друга, но дальше он говорит, как исключение, разве, да, он говорит, для поста и молитвы, для, но он употребляет интересное слово, для упражнения, посте и молитве. Оказывается, в первой церкви было ясное понимание, что христиане должны иметь определенное упражнение духовной жизни. Знаете, мы все с вами знакомы, что такое упражнение. И мы понимаем, что особенно, когда вот речь идет о спортсменах, да, они постоянно, ну, если так уже будем говорить, вот о спортсменах высокой лиги, как мы говорим, они занимаются каждый день, 6 дней в неделю, у них по несколько часов происходит занятие. И мы говорим, это упражнение. И вы знаете, для духовной жизни в понятии первых христиан очень ясно было, так сказать, отражено, что для ихней духовной силы необходимо упражнения. И помимо того, что мы постоянно говорим о том, что нам необходимо читать Слово Божие, нам необходимо посещать служение, нам надо пребывать в молитве, да, они имели ясное понимание, что необходимо упражнение в посте. Это было очень понятно для каждого из них. Поэтому, друзья, я хотел бы, во-первых, обратить наше внимание, что нам Слово Божие говорит о том, что нужно поститься. Дальше, на что я хотел бы обратить внимание, это назначение поста. Мы вот в самом начале, вот и некоторые даже люди в нашей церкви задают вопрос, зачем поститься, да? Вы знаете, есть удивительная глава, это в книге Исаия, мы читаем 58 глава, это вся глава практически о посте. И здесь в этой главе мы находим очень удивительное поучение, то, что говорит непосредственно сам Господь, обращаясь к израильскому народу. И посмотрите, что Он здесь говорит. Я хотел бы, чтобы мы прочли здесь несколько стихов. Вот будем читать с 3 стиха. Они как бы обращаются к Богу и говорят, «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Посмотрите, здесь вот в 5 стихе Господь прямо говорит, вот пост, который я избрал. И Он говорит, что первое назначение поста – это смирить себя. Это действительно находиться в состоянии глубокого вот смирения перед Господом. Вы знаете, друзья,
Мы, может быть, иногда и не задумываемся об этом, но если мы внимательно просмотрим свою жизнь, то посмотрите, что происходит. Вот когда мы с вами испытываем какой-то определенный успех, у нас все хорошо, да, или мы, скажем, на работе у нас все как-то так получилось хорошо, подписали хорошие контракты там, или еще что-то, да, там, ну, какой-то у нас успех. Или же наоборот. Посмотрите, в нашей жизни бывает такое, что, ну, будем прямо так говорить, что какое-то огорчение происходит, да? Кто-то обидел, и я огорчен, и внутри где-то нету какого-то покоя или еще что-то, да? Или наоборот, я с чем-то не согласен, да? И какое-то противление поднимается у меня внутри. Или возмущение какое-то. Или, может быть, просто недовольство, да? Ну, со мной не так поступили, как я ожидал. Самое простое, я пошел в какой-то офис, я был в банке, да, и вот поступили не так, где-то сделали, да, и у меня выражение какого-то недовольства. Или это может быть в церкви, или еще ж, да, или вражда какая-то между кем-то. А вот, знаете, друзья, подумайте вот о чем. Каждый раз, когда в нашей жизни происходит что-то такое, мы, может быть, не даем сразу себе полного отчета, но если мы так вот внимательно проанализируем, я думаю, каждый из нас осознает, что внутри, вот в эти моменты, в эти ситуации, да, что-то в нас поднимается. Что-то поднимается в нас. И происходит то, что, знаете, ну, что-то твердеет внутри, да. И вот, знаете, Слово Божие говорит, что это гордость. Это гордость. Вот почему мы можем ходить огорченными? Почему мы можем ходить недовольными? Почему мы можем превозноситься над кем-то, да, где-то похвастаться или еще что-то? Но вы знаете, Писание все это называет как проявление гордости. И мы, может быть, не замечаем, что есть какая-то нужда. И мы говорим, зачем нам нужен пост? Нам нужен пост, когда определенная нужда какая-то. И мы совсем не видим вот эти, может быть, мелкие вещи, о которых мы уже сегодня слышали, которые поднимают, которые наше сердце делают твердым, делают грубым, да? Что-то, знаете, какой-то стержень внутри растет у нас. А вот Писание нам говорит, назначение поста, вот говорит, пост, который я избрал Господь. Это говорит тогда, когда человек начинает сгибаться, когда, говорит, он гнет голову свою, когда он склоняет колени, когда он рубище, да, одевает на себя, подстилает вот пепел где-то под себя, да? Вот посмотрите, друзья. И нам Писание говорит, что это первое назначение поста. Мы думаем, что пост для того, чтобы вот какая-то нужда, а нам Писание говорит, нет. Во-первых, пост нужен для того, чтобы мы могли смирить сами себя, чтобы мы действительно убрали всю эту твердость из своего сердца, чтобы мы убрали все, что, может быть, поднимается у нас, да, чтобы мы могли на все ситуации посмотреть немножко другими глазами. Как Давид, знаете, когда он смирялся перед Господом, он взывает и говорит, что есть человек, что ты помнишь его, да, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Вот это первое такое необходимое, да? Дальше, зачем или на означение поста, это как уже мы говорили, это нужды у нас есть. Вот в этой же 58 главе, в 9 стихе, мы здесь читаем удивительное слово, когда Господь обращается к израильскому народу, и Он говорит, если, говорит, ты будешь правильно поститься, да, Он говорит, тогда, говорит, воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Братья и сестры, у нас часто есть нужды. Мы, может быть, вот не видим их так, может быть, сильно, но стоит нам действительно сплотиться как в одну семью и стать, как нам Писание говорит, одно тело, и почувствовать, что нам Писание говорит, болеет один член, болеет все тело, да? И если мы с вами можем стать в такое положение, то мы никогда, находясь в церкви,
не можем сказать, что у нас нет нужд. У нас есть нужды. Кто-то болеет физически, кто-то болеет духовно, у кого-то переживания за детей, кто-то имеет материальные трудности какие-то или еще что-то, да? Видим ли мы это, да? Но нам Писание говорит, что все это необходимо нам иметь в нашей жизни для того, чтобы мы могли обращаться к Господу. Но мы должны это делать с постом, да? И Писание говорит, что назначение поста – это открывать, говорить наши нужды Господу. Еще на что хотелось бы обратить внимание, зачем нужен пост. Вы знаете, в Писании нам дается несколько примеров, мы не будем говорить о всех о них, но два я хотел бы вспомнить. Помните, первый пример, это удивительно, когда мы читаем вот Евангелие от Луки во 2 главе 36-37 стихе, да, нам там написано, что там же в Иерусалиме при храме находилась вот эта вдова, звать ее Анна, помните, да, а лет 84, и она не отходила от храма. И что она делала? Постом и молитвою, служа Господу. Или вот мы с вами уже упомянули Деяния 13 главе, когда в тамошней церкви в Антиохии находились многие служители, да, и во втором стихе написано, что они служили Господу в посте, да, постом, молитвой, находясь в молитве, постом, они служили Господу. Вы знаете, дорогие братья и сестры, я думаю, что вот это служение в наше время практически как бы ушло. Мы говорим о служении проповедника, пророчества, мы говорим о служении левитов, о служении регентов, мы говорим о служении работы с детьми, и так, мы говорим о многих служениях. И это все на месте, нам Писание говорит об этом. Но нам Писание говорит об одном очень важном служении, служении постом и молитвой. Знаете, я интересно, когда задумался об этом, то вот буквально прошлое воскресенье мне пришлось иметь возможность встретиться со своей мамой, и что-то мы заговорили на эту тему, там в Массачусетсе мы были с молодежью на посещении, и она привела мне на память одну сестру. Это было как бы, знаете, вскользь. Мы не о ней разговаривали, да? Мы говорили о нуждах, переживаниях. И она говорит, знаешь, вот в той церкви была, говорит, сестра, которая служила Господу постом и молитвой. Я так просто подумал, думаю, почему мы сегодня, говоря о многих служениях, совершенно не уделяем внимания того, что есть такое важное служение в церкви, чтобы находились служители, сестры, братья, которые бы служили Господу постом и молитвой, смирялись, предстояли Богу перед, за церковь, да, за народ Божий, за нужды какие-то. Да. Вот посмотрите, нам Слово Божие говорит, что есть три, по крайней мере, причины или назначения поста. Это смирять себя, это молиться о нуждах, и это служить Господу постом и молитвой. На что я хотел обратить наше внимание дальше – это что есть пост? Вот мы иногда рассуждаем, и так слышится, как бы разные мнения, да, о посте, и некоторые говорят, ну, пропустить завтрак – это вот уже пост. А другие говорят, что, ну, пост, как бы, да, но, ну, пить можно, да, и так дальше. Что говорит об этом Писание? Вы знаете, очень удивительно, но мы находим несколько мест священных Писаний, которые, я не буду читать все, но я хотел, вот они два, прямо два вместе находятся во Второзаконии, в 9 главе. Здесь говорится об Моисее. Я бы хотел, чтобы мы просто обратили внимание, вот посмотрите, легко запомнить, Второзаконие 9.9, 9 глава, 9 стих, и мы читаем такие слова, или даже возьмем выше, да. «И при Хариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас». Когда, и Давид приводит, что произошло, да, он говорит, когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. Ну, сегодня некоторые говорят, что
с медицинской точки зрения это невозможно. Человек не может без воды прожить больше, я уже не помню, там 7 или 14 дней, да? А здесь 40 дней. Но вот посмотрите, мы читаем опять дальше, после того, когда мы видим позже этого, да, уже когда все это произошло, то в 18 стихе мы видим, что Моисей, когда опять уже, вот знаете, он увидел, что сделал народ, и он говорит опять, «И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши». Вот недвусмысленно Моисей говорит, что он дважды был в 40-дневном посте, когда он ни хлеба не ел, ни воды не пил. Мы не знаем, действительно, и мы сегодня не призываем к 40-дневному посту, да, как это происходило, но нам Писание говорит, что Господь действительно давал силы, да, и человек пробыл в таком состоянии. Мы читаем, что Илия 40 дней не ел и не пил. Вы знаете, за Иисуса Христа мы читаем, что 40 дней, да, он не ел и не пил, и напоследок взалкал. Друзья, вот вы знаете, я когда рассуждал на эту вот тему, просматривал места Священного Писания, удивительная мысль. Вот посмотрите, Моисей 40 дней не ел, не пил дважды. Илия и Христос. А теперь посмотрите, когда мы с вами видим гору Преображения, и находится кто там? Иисус Христос, Моисей и Илия. Вот мы сегодня можем сказать, что это не так важно. Это они. Для нас 40-дневный пост совершенно не нужен. Да может быть и однодневный-то не так важен. Ну, больше там, да? Но я не думаю, что это случайность, что именно они двое, помимо Иисуса Христа, которые нам в Писании показано, что прошли 40-дневный пост, находились на горе Преображения с Иисусом. Это не случайно, братья и сестры, да? Я просто хотел здесь обратить наше внимание на то, что Слово Божие нам все-таки показывает, что когда пост, то тогда человек не ест и не пьет. Некоторые говорят, что ну а как вот в книге Даниила мы находим в 10 главе, что 21 дней, да, 3 седмицы, вот здесь нам говорится так, что Даниил говорит, в эти дни... Значит, я вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. То есть здесь нам говорится о том, что он хлеб ел, но вкусного хлеба не ел, мясо не ел, и воду пил, но что-то другое не пил, вина там или еще что-то. Но я бы хотел обратить наше внимание на 2 стих. Здесь написано, «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Мы понимаем, что Даниил тоже в себя в чем-то ущемлял. Мы видим, что Даниил тоже смирял себя. Однако Писание нам не говорит, что это был пост. Мы не можем на это посмотреть и назвать, что это был пост. Даниил нигде не сказал, что я постился 3 седмицы дней. Этого не написано. Написано, что, говорит он, я сетовал, да? Значит, о чем я хотел бы через все это, эти примеры нам все-таки сказать, да? Что реально пост – это когда человек не ест и не пьет. На что я хотел бы обратить еще наше внимание? Это на то, что нам Писание говорит, что во время поста вот мы, как члены церкви, да, воздерживались от супружеских отношений. Нам Писание говорит об этом тоже, мы уже цитировали, это первое послание Коринфянам, и здесь в 7 главе апостол Павел опять-таки недвусмысленно говорит об этом. И посмотрите, он говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искусал вас сатана невоздержанием вашим. Это Слово Божие. И нам Писание предупреждает, что на время для упражнения в посте и молитве должно быть воздержание. И последнее, на что я хотел обратить внимание, когда мы говорим о том, что именно что есть пост,
то вы знаете, очень удивительное тоже место мы находим, это в книге Псалмов, 108-й Псалом, здесь в 24 стихе Давид говорит такие удивительные слова. Посмотрите, как он говорит, это 108-24. «Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука». Вот обратите внимание, как он здесь говорит. «Колени мои изнемогли от поста». Но от поста не колени изнемогают. О чем здесь речь идет, друзья? Речь идет о молитве. Когда мы постимся, то мы должны находиться в молитве. Это, знаете, понятно, что мы и так каждый день молимся, но во время поста усиленная молитва. Больше время проводить на коленях, больше взывать к Господу, находить для этого времени. Поэтому, друзья, нам Писание говорит о том, что мы должны иметь пост и какой должны иметь пост. Далее, Слово Божие нам говорит также и показывает о том, как долго. Сегодня задаются вопросы, да, как долго нам надо иметь пост. Но вы знаете, если мы читаем места Священного Писания, вот в Ветхом Завете их не одно, когда нам говорится «с вечера одного дня до вечера другого дня». Знаете, есть очень удивительное место, это вот мы читаем Левитам, 23 глава, и здесь нам говорится о празднике труб, и раз в год, вот в девятый день, посмотрите, мы читаем с 27 стиха написано, «Также и в девятый день, седьмого месяца сего, день очищения, да будет он у вас священное собрание, смиряйте души ваши, приносите жертву Господу, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-либо дело в день сей, я истреблю ту душу из народа. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, смиряйте души ваши». С вечера девятого дня месяца от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Здесь тоже говорится не прямо, может быть, о посте, но говорится о освящении, о смирении, да? И Господь говорит, от захождения до захождения солнца, от вечера до вечера. Вы знаете, мы находим в Слове Божьем другие, конечно, примеры. Я уже говорил о том, что нам Писание говорится о 40-дневном посте. Мы видим также, что когда, например, умер Саул и Анафан, то израильский народ от вечера до вечера находился в посте. Нам прямо говорится, другие нужды, которые были. Помните Ездра, когда они выходили из вавилонского пленения, то написано тоже, что они вышли возле реки Агавы, да, они склонились, и написано, что 3 дня они не ели и не пили, находились в посте, да, 3-дневный пост. Мы не знаем, сколько постились люди в Ниневии, когда было объявлено им о намерении Бога истребить Ниневию, но мы видим, что они опять-таки не ели и не пили, да, на протяжении какого-то времени, до тех пор, пока Господь не отменил свое намерение и свой приговор по отношению к этому городу. Поэтому нам Писание, может быть, не говорит конкретно сколько, но хотелось бы, друзья, сказать, знаете, минимальное, что мы находим в Слове Божьем, это от вечера и до вечера. Мы не говорим сегодня о том условии, когда кто-то находится, знаете, в болезни, кто-то находится на медицине, необходимо медицину запить там или еще что-то. Мы не об этом говорим, братья и сестры, да? Есть действительно определенные такие ситуации, где, может быть, человек должен, ну, что-то и позволить себе, да, но в целом все равно ущемлять себя. Но для здорового христианина нам Писание говорит о том, что пост – это минимум 1 день воздержания от пищи, воздержания от питья, пребывания в молитве, да? И действительно мы должны об этом ревновать. И еще на что хотелось бы обратить наше внимание, друзья, это как часто. Вот, может быть, для нас тоже стоит вопрос. Ну, в нашей церкви мы вот приняли решение, что мы собираемся для поста и молитвы раз в месяц перед хлебопреломлением. И для некоторых это
тоже является, может быть, ну, каким-то, знаете, неудобным чем-то, да, и люди говорят, это нет, это не надо, это, в этом нет необходимости или еще что-то. Но стоит вопрос, вот Писание нам говорит, что это должно быть. Стоит вопрос, а как часто? Знаете, Писание нам не говорит, как часто. Но я бы хотел обратить наше внимание вот на что, братья и сестры. Помните, мы читаем Евангелие от Луки в 18 главе, а в 12 стихе мы видим, что фарисей зашел в храм помолиться Господу. И когда он молился, то он в молитве своей говорит Господу, что я, говорит, пощусь как часто? 2 раза в неделю. Да? Знаете, очень удивительно, что когда мы читаем вот в Нагорной проповеди, в 5 главе Матфея, то Господь в 20 стихе говорит такие слова. Если, говорит, праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, да? Но мы понимаем, что речь не идет просто о соблюдении сугубо какой-то формы, да? А Господь говорил о состоянии сердца человека, что он должен действительно, как мы сегодня слышали, до конца преданно, не было какого-то, знаете, раздвоенности какой-то в жизни, да? Но я бы хотел обратить наше внимание вот на что, да? Даже такие люди, как фарисеи, они все-таки молились, они постились 2 раза в неделю, да? Поэтому, друзья, ну, естественно, мы не под законом живем, и мы не должны, может быть, сейчас устанавливать какие-то порядки или еще что-то. Но я бы хотел обратить наше внимание, друзья, просто на этот вопрос. А как часто надо поститься? Вы знаете, Слово Божие нас все-таки призывает к тому, чтобы мы упражнялись. А упражняться, это речь идет о чем-то постоянном, регулярном, да, чтобы это присутствовало в жизни. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы все-таки обратили и на это внимание. И еще тоже очень важно, на что нам обращает Писание, это в каком состоянии мы должны совершать пост. И вот здесь, в этой книге, Исаия, в 58 главе, о которой мы сегодня уже говорили и читали, я бы хотел обратить внимание на несколько моментов, на важных моментов, в каком состоянии мы должны совершать наш пост. Вот посмотрите, здесь с 3 стиха, я просто выборочно буду читать, да, Господь говорит, вот в день поста вашего, 3 стих, вы исполняете волю вашу. И Господь ставит это как, знаете, обвинение, как упрек израильскому народу. Значит, первое, на что обращает Господь, Он говорит, когда вы находитесь в посте, исполняйте волю мою. Исполняйте волю мою. Вы знаете мою волю, она не сокрыта от вас. Да, не будьте нерассудительны, говорит Павел Ефесянам 5:18, но познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Да? Он говорит, вы знаете, говорит, эту волю. Господь не спрятал ее куда-то и заставляет вас искать. Она вам открыта в Слове Божьем, Дух Святой вам подсказывает. И Он говорит, в день вашего поста соблюдите волю мою. Дальше, посмотрите, Он обращается и Он говорит, вы требуете тяжких трудов от других. Ну, здесь, я думаю, мы понимаем, что условия могут быть другие, тогда, когда в израильском народе были определенные дни и даже недели, да, определенные для поста, когда весь народ, знаете, это делал, но были те, которые князья, которые были богатые, которые имели возможность принимать людей на работу, у них были, знаете, слуги, были рабы и так дальше, да, и они заставляли в эти дни людей совершать тяжелую работу. Ну, конечно, к нам это не относится сегодня, да, но, дорогие братья и сестры, вот такой вопрос, но сегодня вот у нас пост. И если бы я сегодня собрал бы братьев, попросил бы, уговорил, да, прийти домой, и мне надо вырыть большой котлован в моем доме, было бы это правильно? Ну, конечно, нет. Может быть, я и не принуждаю никого, да, но с другой стороны, я, так будем говорить, где-то, ну, так вот направляю людей к тому, чтобы в эти дни, да, в этот день особенно вот совершать какие-то тяжкие работы. Не просто регулярный наш труд или еще что-то, да, а тяжкие работы.
И я думаю, знаете, друзья, в этом месте нам Писание говорит не только лишь принуждать других, но чтобы и сами мы могли все-таки воздерживаться от тяжких трудов, когда мы находимся в посте, да, но больше концентрироваться на сознании, что мы находимся перед Богом и в смирении, да. Посмотрите дальше, он говорит, вы поститесь для ссор и распрей. Вот удивительно, да, не просто ссоры и распри. Всегда бывает в народе где-то какие-то распри, какие-то ссоры или еще что-то. Он говорит, но вы, говорит, поститесь для ссора и распри. Обратите внимание, о чем идет речь. Вы знаете, друзья, мы сегодня собрались здесь для поста и для молитвы, но сравнительно, да, нас сегодня поменьше. Я не знаю сколько, может человек 100, да, нас поменьше. И, может быть, кто-то сидит, и внутри у нас возникает какое-то чувство осуждения к тем людям, которых сегодня нет среди нас. А может быть, при первой встрече мы сделаем укоры. А может быть, мы где-то в беседе выставим их в таком виде, что вот вы какие, да? Вы не поститесь, да? Вам это не надо, и так дальше. И вы знаете, с одной стороны, это правильно, говорить людям, как бы, ну, наставлять их, подсказывать им. Но стоит вопрос, а наш пост, может быть, он в некотором сознании некоторых людей может производить потом ссору? Или, как он здесь говорит, распри? Знаете, пост не должен быть в таком состоянии. Сегодня нас Писание призывает к тому, чтобы если мы постились, и вот как мы находимся сегодня здесь, чтобы это не было с чувством осуждения для распри, для ссор, а это было в первую очередь для меня, для самого меня. Да? Он говорит, вот такой, в таком состоянии должен быть пост. Посмотрите дальше, он говорит. Более того, говорит, вы поститесь, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. И посмотрите, 5 стих. Я извиняюсь, в 6 стихе. Обратите внимание, что он здесь говорит. Да? Он говорит, вот пост, который я избрал. И обратите внимание, как он говорит дальше. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. А теперь посмотрите, я хотел бы, чтобы мы посмотрели вторую половину 9 стиха. Он говорит, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Знаете, сегодня очень часто неправильно толкуют вот это место, когда говорится о... Вот то, что здесь нас Писание говорит о том, чтобы мы действительно могли развязать ярмо, расторгнуть вот это ярмо, отпустить на свободу и так дальше, да? Посмотрите, о чем говорит Писание. Нам Писание говорит очень важную истину. В посте наш пост, он должен сопровождаться очень серьезной самооценкой своего отношения с людьми. Мы сегодня очень способны смотреть на кого-то, да? А Писание говорит, если ты обидчик, если ты кого-то поставил вот в такое положение, да? Он говорит, посмотрите, ты, говорит, поднимаешь перст, ты говоришь оскорбительно, ты, говорит, кого-то поносишь, ты, говорит, делаешь, ты кого-то ударяешь, ты, говорит, это производит, и потом ты же становишься на молитву с постом. Я бы хотел обратить внимание, что, знаете, живя на земле, мы очень часто находимся в положении, когда нам Писание говорит, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Мое. Христос говорит, радуйтесь тогда, да? Мы иногда, знаете, думаем о том, что вот
как бы ну, в нашей жизни сделать так, чтобы ну, со всеми все было хорошо. А вы знаете, нам что Писание говорит? Горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Вам, говорит, горе. Такого, говорит, быть не может, да? Но, друзья, на что нас сегодня Писание, так сказать, призывает и настораживает? Это на то, чтобы мы ни в коем случае не оказались на стороне тех, которые подняли руку, которые оскорбили, которые возмутили, которые произвели что-то, которым сделали боль кому-то, причинили и так дальше. Он говорит, и после этого ты, зная, становишься на молитву, и ты еще совершаешь пост. Господь говорит, этот пост я принять не могу. Значит, дорогие братья и сестры, нам Писание говорит, в каком состоянии? В состоянии того, что сделать проверку себе. Не сделать проверку кому-то, а сделать проверку себе. Он говорит, ты, говорит, это делаешь и постишься. А мы сегодня часто, когда собираемся на молитву или на пост, то мы начинаем делать какой-то анализ себе в перспективе другого. И мы говорим, она, да? А Писание говорит, ты, говорит, это оставь. Ты, говорит, развяжи. Ты стань, говорит, в таком состоянии, чтобы действительно за тобой ничего не было. И более того, помните, когда нам Христос говорит, мы читаем, и в Луки в 11 главе, и вот в Матфея в 6 главе, говорит, когда стоишь на молитве, прощай, да? Без разницы, ты виноват или кто-то виноват, но ты в сердце убери это, да? Прости человека. Поэтому, друзья, посмотрите, нам Слово Божие говорит о том, как должен совершаться, в каком состоянии пост. И последнее, как мы должны совершать пост, 7 стих и в 10 стихе, опять он подчеркивает это, он говорит, раздели с голодным хлеб твом, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. И 10 стих, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Значит, Писание говорит, когда мы находимся в посте, мы должны особенно заботиться о том, чтобы заниматься благотворительством, да? Делать добро, видеть, обращать внимание, да? Отдать, оторвать. Вот интересно, он говорит, когда он здесь прямо говорит, отдашь голодному душу свою. Знаете, не просто вытащил из кармана, отдал то, что мне не нужно, да? А душу отдать. И вот, вы знаете, Господь говорит, когда ты, говорит, будешь в таком состоянии, тогда, говорит, будет пост, который мне угоден. И последнее, на что я хотел обратить внимание, что дает пост? Зачем мы говорили пост, да, и что он дает, правильный пост? Но вот мы прочитали, посмотрите, удивительные слова в 9 стихе мы читаем. «Воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я». Дорогие братья и сестры, Бог готов отвечать нам через молитву и пост. Когда это делается в правильном состоянии, когда это делается так, как это определяет Господь, Господь гарантирует, и Он говорит, если ты будешь в таком состоянии, Он говорит, воззовешь и услышу. Возопьешь, и я скажу, вот я. К сожалению, братья и сестры, мы в своей жизни, когда все нормально, мы и не вызываем, и не вопьем, мы ну, где-то говорим наши нужды, да? А вот когда уже что-то такое пекучее, когда что-то такое уже сильно больное, да, тогда мы способны не спать, не есть, вопьем Господу. Но, к большому сожалению, как бы ответа нет. А знаете почему? Писание говорит, это должен быть стиль жизни, это должно быть упражнение, да. И последнее, что он говорит, зачем или что дает пост, да, посмотрите в 11 стихе, он говорит, и будет Господь вождем твоим всегда. Сегодня,
каждый из нас в какой-то степени время от времени, а может быть на протяжении длительного времени, испытывает чувство неудовлетворенности. Как бы день за днем, работа, ну да, семья, там что-то, да, но вот как-то, знаете, вот как хочется, да, иметь вот такую четкую цель каждый день. Твердо знать, что ты должен сделать, да, видеть плоды своей, в своей жизни, да, такую определенность, да, такую целеустремленность, такое, ну, прямо будем прямо говорить, ну, ясное перед тобой определение, да, для чего ты живешь, что ты должен сделать и так дальше, да. И вы знаете, друзья, без этого, и правда, жизнь наподобие того, что Соломон сказал. Суета-сует и томление духа. А почему сегодня у многих нету этого? И вы знаете, Господь отвечает. И Он говорит, потому что не поститесь. А если поститесь, не так поститесь. Он говорит, вот если ты будешь находиться в правильном посте, если ты будешь упражняться в посте, да, Он тогда прямо заявляет и говорит, я буду вождем твоим. Ты будешь идти, как будто тебя за руку кто-то ведет. Ты будешь видеть перед собой вождя, ты будешь исполнять, да, нужды твои ты будешь открывать, я услышу, да. Посмотрите, друзья, не это ли мечта насыщенной, полноценной христианской жизни? Конечно, это. А где секрет? Знаете, помимо всего прочего, нам Писание говорит, посте. И нас сегодня призывает Писание и говорит, христианин будет поститься, должен поститься. Вот таким образом поститься постоянно. Пускай Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. Я так рад, что мы сегодня вот находимся, я бы, может быть, ну, чтобы правильно это поняли, да, вот узким кругом. Собрались те, которые желают этого. Те, которые ищут того, чтобы пребывать в посте и в молитве. Я бы просто хотел вас ободрить, братья и сестры. Делайте это. Чаще делайте. Может быть, не раз в месяц. Может быть, раз в неделю. А может быть, еще чаще. А может быть, кого-то Господь сегодня побудит к тому, чтобы он стал совершать служение поста и молитвы. Да? Пускай Господь нас благословит. Мы так нуждаемся в этом. И в этом наша сила. И благословение. Помолимся Господу. Аминь.